Я хочу сегодня, почему я выступаю сегодня и буду продвигать, я об этом никогда не говорил, говорю впервые. Я говорю, что впервые говорю о том, что все, у нас выход один, президентская республика, когда один человек отвечает за все. И самое главное, что я иду с двумя позициями пойду. Я не вижу другого выхода для страны. Это диктатура порядка в интересах государства и диктатура ответственности перед гражданами страны. Что это такое? Значит, диктатура порядка в интересах государства – это для того, чтобы в стране был не чиновник номер один, а лидер, который болеет проблемами граждан, но параллельно их решает. А диктатура ответственности перед гражданами – это чтобы у нас начал в стране кто-то за что-то отвечать. Я хочу и сделаю все, чтобы каждый гражданин в нашей стране был услышан, и чтобы ответственными перед людьми были от начальника ЖЭКа до министра, там, председателя суда и так далее. У нас нет сегодня этой ответственности нигде. Где бы что ничего произошло, никто у нас ни за что не отвечает.